Всем привет, друзья! Я с вами снова я, Тимур Майнкрафт. И сегодня мы будем выживать на одном блоке. И со мной сегодня мой одноклассник и мой друг Глебасик. Ну или же Глеб. Поздоровайся со всеми. Всем привет. Молодец. Итак, что? Ты... Ай! Ай! О, мне лопату дали. У тебя... Мне тоже. О, дерево. Ну, мы тут пока что будем развиваться. Но я пока расширил вот так вот территорию. Все, я сделал верстак. Поставь его. Вот. А можете, теперь можно я покупаю? У тебя есть еще доски? Нет, у меня. О, сундук. Два яблока, иди саженец дерева. Нет. А пока скрафчу. Вещи. Вообще-то я сделал так, чтобы вещи сохранялись. Я кирку и топор сделал. О, сундук. Ну тут пока расширимся. Нет! Топор. У меня тоже. Кирка. Так. Да я покопаю. Ведро воды. Вода. Нет! Что? Я упай. О, это же подарочный сундук, значит сейчас будет обновление. Дай я его сломаю. 8. О, новое обновление, это равнины. Так, ну я пока всё, здесь... Ты... Так, здесь дырка, но я здесь вот такую вот так вот воду разолью. У нас еще есть факел. Да я покопаю. Сейчас. У тебя уже 57 блоков, у меня только 21. О, свинья. Молодец. У меня 23 земли. Сколько я земли? 23.
Так, березка. Корова. Да блин, когда уже еда будет? О! Можно же это, мотыгу сделать, у нас же там это, и огород будет. Давай я сделаю и тебе дам. Я уже сделал. Только пока что у нас нету никаких семян. У меня есть арбуз. Хочешь арбуз? У меня есть. Так, ну и я пока здесь поставлю сундуки и туда все сложу. Так, береза, доски. Я пока покопаю. Угу. А я порасширяю. Давай я сделаю так, чтобы мы поняли, где это копать. Давай. А можно было еще из березы сделать вот эту штуку. Может уже еще можно еще сундуки сделать на всякий пожарный. Семена тыквы посадить можно. В сундуке смотри тут. Тут сундук. Сундук. Так, нужно сломать этот сундук. Он нам в дальнейшем пригодится. Можно его посадить. О, овца, овца, овца. Только сейчас нужно ее... Так, шерсть. Нужно... У меня лопаты нет. У меня лопаты нет. У тебя ее забрали? Она закончилась. А. Я пока покопаюсь. Да, для тех, кто не знал, ребята, можно сделать в Майнкрафте лифт из воды. Наверное, я это поменяю на березу, чтобы было, чтобы ярче выделялся этот курица. Ну, чтобы если у нас был бы пол из досок, ну, если бы у нас был остров из досок, мы бы не видели то, что Глеб сделал. Поэтому я это окружу березой, если у меня будет 8 штук. Ну, значит, сделаю я из березы. Мне одна земля нужна. Дай землю. Вот. Я покопаюсь. А я порасширяю территорию. Свинья. Нет! Что? Интернет плохой. Давай ты до стада копаешь и это и... О, сундук. Там саженцы, можно посадить. У меня одна полоска. Погоди, я подожду лучше, чтобы у меня это интернет завелся.
Я пока покопаюсь. Ты почти купаешься? Нет, я покопаюсь, говорю. Овца, хоть бы две шерсти, хоть бы две шерсти. Нет, всего лишь одна шерсть. Нам нужна кровать. Поэтому нужно, чтобы заслонилась еще одна овца. У меня лопата кончилась. Сейчас новую сделаю. У тебя есть три зомби? Я покопаюсь пока что. А можно я березу скопаю? Копай, что купай. У меня три болотки. А где-то скрасно. Ну, шесть покопай. Шесть блоков я покопаю. Угу. Все. Все. У меня 100 блоков, как и у тебя. А, у меня топор уже черный. Все, у меня топор кончился. И 20 комков глины. Зачем мне глина нужна глина? Еще одна овца, ура! Мы можем сделать кровать! Мы можем сделать кровать! А надо две. Можно на одной спать. Мы можем кровать сделать. Вот, смотри, я сейчас посплю, и наступит день, смотри. А, нет. Нужна еще одна. Да. О, еще сундук. Наверное, больше овец мы не увидим. Еще овца можно. Ой, отойди от блока. От бесконечного блока отойди. Сейчас я его поменяю. Если вдруг у нас будет остров из досок, если мы решим землю на доски поменять, мы не сможем найти ванблок. Поэтому я сделаю это метку из березы. Хоть бы было побольше овец. Нужно еще две овцы и будет кровать. Еще одна. Вот. А я же могу эти посадить. И это. Курица. Так, я сейчас сделаю надземный уровень. У нас там будет загон для животных. Нужно еще, чтобы овцы появились. Нам шерсть нужна. Курятина.
Мне курят. Здесь будет загон для животных. Ну, 9 дерев. А у нас же есть еще дерево. Можно вот здесь вот загон для животных, вот эту платформу, ее можно сделать вот из дерева. У меня 32 березовых доски и 62 дубовых досок. Так, это нужно, это нужно, это нужно. Так. Да почему? Чего? Я не могу по двум разложить. Уже рассветает. Нужно еще овцу. А я покопаю. Если будет подарочный сундук, то все, жопа. Значит, будет только одна кровать. Блин. Ну все. О, еще подарочный сундук. Значит, все, овец мы больше никогда не увидим на этом, в этом мире. Обновление. А вот это не ломается. Это не ломается. Я просто копаю. Да, чтобы вы понимали, Глеб в Майнкрафте новичок. О, новое обновление. Это же пещерный биом. Давай всё, тогда... Все, давай я покопаю теперь. Раз, два и три. Все, копай. Копай, что копай. Угу. О, уголь. Нужно сделать каменную кирку. Вот так. Так. Нужно еще печку сделать. Так. А я хочу сейчас сделать на этот. Подожди, отойди, отойди с бесконечного блока. Я хочу сейчас с помощью лифта сделать подземный уровень. Ну, его вот так вот заставить блоками. Все, все, я сделал. Я сделал. Я хочу это, чтобы гравий больше. Блин, ну ладно, пусть живет. А я сделал так, чтобы гравий больше не падал. Вдруг мы кремень выбьем. О, кремень! Два кремня. Мы можем зажигалку сделать. Отойди, пожалуйста. Я хочу покопать. Мне нужно печку сделать. Чтобы переплавить железо. Я даже ничего не смог взять. Мне земля нужна срочно, да, землю? Только три? Да.
О, мухоморная корова. А это нам не нужно. У меня 102 кубов, у меня 102 доски есть. О, сундук, он нам в дальнейшем пригодится для дома. О, дерево выросло! А вот теперь можно сделать печку. Тимур, у меня 102 доски. Угу. Это же то, что надо, нам это для забора пригодится. Так, ну я пока переплавлю железо и добуду дерево. Я уголь добыл. Нужно палки сделать. А, мы можем зажигалки сделать, две даже. Зажигалка! Я могу еще одну зажигалку сделать. А хочешь зажигалку? О, сундук. На зажигалку. Я тебе зажигалку. Я тебе зажигалку дал. У меня железная руда есть. Зайца. Кролики. Так, загон для животных я сделал, осталось только калитку сделать. О, вот, а вот кролики в загоне для животных. Теперь нужно... О, сундук. Нужно его сломать, он нам в дальнейшем пригодится. О, еще кролики. Но они нам не нужны, потому что у нас уже есть. А я одного закрыл. Так, мне нужно добыть камня. У меня очень много досок. Так, это на дом хватит. А у тебя есть много земли? Нет, у меня только досок много. Ну я пока скрафчу новый топор. Что блоки? Внешне. 64 булыжника у меня. Нет, даже 70 булыжников. Прикинь? Да. А я тебе зажигалку дал, видел? Да. А знаешь зачем? Это для того, зачем? Чтобы... Это для того, чтобы если заполнится животное какое-нибудь, то если с него падает мясо, то можно его поджечь, и тогда выйдет сразу жареное мясо. Ну или пожар устроить. О, железо. О, вот смотри, как эта зажигалка работает.
И вот с нее сразу же выпало жареное мясо. С нее выпало сразу жареное мясо. Не надо, не убивай эту корову, она редкая. Нужно в загон, сказал. Я расширяю территорию. А чем корову можно приманить? Я не знаю. Травой. Может, грибами? Ну давай, а у тебя есть грибы? Она не идет. О, сундук. Тут елки. Можно елку посадить. Раз, два. Я, можно две елки посадить. А что, у нас новый биом? Нет. Просто в подземном сундуке выпало две елки. Смотри, что я сделал. Какой контур. Сбери забор досок. Угу. Блин, кролик сбежал. Так, грави. Доски. Так, ну чё? Наверное, уже надо дом строить. У меня по 16 березовых дубовых досок. Я дам 64 дубовые доски, давайте им дам. Да, сейчас только это. Да, давай, давай, дай, дай, дай. Ну чё, ну можно строить дом тогда. А я пока покопаю. Ну, значит, березы придется снести. А, не, можно оставить березы. О, сундук. Еще сундук. Все, давай, пойдем. Угу. Так. Значит, нужно елку снести. Да, какой-то маленький домик. А тебе еще надо? Пока что нет. Точно? А, надо. Две. А, я могу две добыть. Я могу две добыть. А, нет, слишком низкий дом получается. На. 18 досок, на. Да.
деревья и уголь. Так. Сколько факелов я могу скрафтить? Так. 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 Сундук. Какой? Обычный? Да. Так. У нас есть печка? Да, вот она. Вот она. Хорошо, сейчас будем творить чудеса. Переплавляешь железо? Да. Я буду делать железную кирку и железный топор. Угу. Так, ребят, ну вот такой вот у нас получается домик. Только осталось поставить стекла. Ну и, соответственно, двери. Я пока покопаю. Ты пока купаешь. Все, у меня есть железо. А? У нас корова в дом зашла. Да, ну вот такая вот стартовая коробка у нас дом. Можем мы тут еще склад сделать. Ты можешь, кстати, здесь в этом. Я тебе оставил в печке 3 железных слитка. Я могу железную кирку сделать? Да. Ну, либо кирка, либо топор. Лучше кирку возьми. У нас же каменный, вроде этот. Биом. Да. У меня камня очень много. У меня 40 дубовых досок. Так, я пока что буду потихоньку переносить все в дом. Так, значит, там. И пока что, и я, значит, буду пока что печку переносить в дом. Ой, не тут. Вот здесь. О, подарочный сундук! Подарочный сундук! Я его сломаю. О, новое обновление! Так, мне верстак нужен. Он в доме теперь. А у нас он, у нас первый житель нашего дома это корова. Понятно. Мне нужен сундук. Я возьму один сундук. Угу. И поставлю. Снежный биом! У нас теперь снежный биом. У нас теперь есть. Пока что копай. А я пока себе сундук поставлю. Так.
Я пока себе сундук поставлю. Он будет здесь. Я пока что туда сложу все свои ресурсы. Я уже сложил себе сундук. Я возьму еще один. А зачем тебе два? Чтобы двойной был, типа. А то у меня мало места, чем. Я уже, можно сказать, полностью заполнил. Маленький. Все, я буду добывать тогда. Угу. А у меня же есть пустая карта. И смотри, сейчас я это подготовлю столбик. Вот такой вот столбик, где бы его поставить? Ну вот здесь вот поставлю столбик, вот такой вот, два блока. Туда я помещу рамку и туда помещу карту. Я сделаю карту нашего ванблока. Так. Наш питомец в доме — это корова. Собачка! Так, ну я пока что покопаюсь. Печка. Это да. Корова — это наш первый питомец. Ага. Сейчас, подожди. Так, ребят, ну что ж, вот так вот у нас пока что дела идут. Собакин. Я пока покупаюсь, у тебя всего 445 блоков, а у меня всего лишь 280. О, сундук. О, золото! Лиса! Только сейчас ее не станет. О, господи, у меня чуть... Я чуть 3 инфаркта не получил. Я думал, что сейчас пес спрыгнет за лисой в пустоту. О! О, дерево! Сундук! Ты лёг! Ты лёг! В смысле? Потому что дерево выросло. Да, ой. Так, я ванблок вот так вот пока что вот так вот окружу. Вот нас уже дерево выросло. А давай пусть оно растет для красоты. Я пока расширю территорию. Вот здесь вот. Я ее уже хорошо так...
Тёх, у меня булыжников больше нет. Можно землей. А зачем ты срубить его, что ли? Срубить его? Ну давай тогда срубим. Еще одну посадим. А круг нам сожалеет сейчас. О! Палки. Еще одну посадим. Еще лиса. Он ее скинул. Нет, волк. Пока что волк. В дальнейшем он, наверное, будет нашей собачкой. Так, ну я пока что сделаю ступеньки для крыши. Ну, знаете, чтобы красиво было. Кто заспавнился? А, никто? Наш первый питомец это корова. Грибная причем. Сундук. Костная мука. Костная мука. Мы можем дерево вырастить. Я могу, мы можем елку вырастить. Еще нет костной муки. Я все израсходовала, ни одно дерево не выросло. А давай медведя в загон для животных затащим. Так, только, наверное, нужно забор сломать. Так, калитка открыта, наверное, медведь это в два блока он пройдет. Пройдет в два, наверное, он в два блока. Так, медведя сейчас мы закроем в загоне для животных. О, береза выросла! Собака! И чё одна собака? А давай вот эту березу мы ее оставим для красоты. Да медведь, куда ты идешь? Сундук. Кость! Много косточки. 6 костей. Мы можем собачку приручить. Вот она. Вот, я собаку приручил. Он прям на окне сидит, нужно... А, там есть территория. А как мы собачку назовем? Давай мы эту собачку назовем, знаешь как? Как? Ровер. Ровер. Давай. У меня есть еще одно золото. Я сейчас сделаю кирку золотую. Можно еще одну собачку приручить. Я сделаю сейчас кирку. Я еще одну собачку приручил. У нас две собачки. А вторая будет... как ее будем звать? Не знаю. Золото. Я тебе один слиток золота оставлю. А, но если я одну клешку сам придумал, то вторую ты придумай. Ну, у меня золотая кирка. Золотая кирка это полная фигня. Хоть она быстро ломает, но она быстро заканчивается. Вот он второй. Вот ровер, твой друг. Новый друг. Ой, я хочу кое-что сделать, я хочу лопату джентльмена. А из угля можно, интересно, это?
А из угля можно краситель сделать? Не. А из кремня? Нет. А из глины? Нет. А из кости? Из кости можно сделать костную муку, из костной муки можно сделать белый краситель. Собачку с красным мошенником зовут Рови, а с белым мошенником как ты придумал ей кличку? Какая кличка у нее? Мракс. Мразь? Нет, Мракс. Мракс? Да. Ровер и Мракс. С красным мошенником Ровер, а с белым мошенником Мракс. Итак. Можно елку попробовать вырастить. Не, не получается. Так. Так, нужно крышу сделать. Смотри, что у меня есть. Сейчас я крышу делаю. Смотри. Шлем. Железный. Угу. С красным ошейником кто? Ровер. А с белым Мракс. Я накопал 553, а ты 363. Да, я могу пока что расширить. Вот, я крышу сделал. Я крышу сделал. А из этого давай мы знаешь, что сделаем? Мы можем тут диван сделать. Отдай мне ступени. Чё? Отдай мне ступени. А, сейчас. Угу. Из этого мы можем сделать вот такой вот диван. Вот, мы теперь можем тут сидеть. А тут можно еще руду переплавить. А у тебя 8 углей, а у меня 23 в сундуке. Так, ну я пока покопаюсь. Копай, копай, как ты говоришь. Почти купаешься. О, собака. Еще одна собака. Взорвалось! Знаешь, что самое удивительное? То, что у меня еще, я еще никак не вылетел. А у меня березы нет. У нас вот что-то, у нас какой-то взрыв произошел. Я еще планирую сделать склад, где будут лежать все вещи, чтобы в доме миллион сундуков не было. О, сундук! Еще кости! А представляете, у нас еще третья собака будет. Да, нет! Не получилось! Не получилось! Я не знаю, возможно ли приручить медведя. О, береза.
Так. Ребят, наверное, это будет самый длинный ролик на моем канале. За ним медведь гоняется. За лесой медведь гоняется. Ребят, эксклюзивные кадры. И волк. Волк прыгнул в пустоту. Да, нам двух достаточно, больше не надо. Уже похер. Так. Так. Так, ну я сделал такие вот окна, если это можно так назвать. А кровать? Кровать мы тоже, наверное, перенесем. И ровер подвинься. У тебя есть железная руда? Железная? Ну, так, один есть. Так, ребят, у нас ровер почему-то убежал с дома. Ровер, быстро домой. Все, сидеть. Интересно, как скрафтить бирку? Глеб, ты не знаешь, как бирку скрафтить? А, точно, ты же новичок по Майнкрафту. Серебра. Ну, железных слитков. Тебе надо слитки железные? Нет. Глеб, наверное, тебе уже надо второй сундук ставить. А давай я тебе второй сундук поставлю. Ставь. Вот я тебе второй сундук поставил. У тебя уже 600 блоков, у меня всего лишь 455. Так, волк, ты нам не нужен. Иди нахер отсюда. Вы что на меня рычите? Тут кости. А что на меня Роверс и Марк рычат? И ой, Бракс.
Можно костную муку сделать. Делай. Может, можно, может, я его в елку попробую. О, я елку вырастил. О, смотри, какое дерево выросло. Ща. Прямо возле дома. Нифига. Я не хочу его срубать. Давай я срублю. Не надо. Пусть остается. Это же огроменное дерево. Ты все в сундуке взял? Кроличья шкура. Нам все эти сундуки в дальнейшем понадобятся для склада. Или склада. На. Тимур, у тебя есть железная кирка? Да. А топор есть? Каменный. Давай я тебе дам железную. Я сам скрафчу. Так. Можешь... Так, ребят, мне нужен ну, этот самый... Железо. Возьми у меня. А можно я у тебя позаимствую железо? Двери, мне не жалко. Так, мне нужны палки. Так. Так. Я пока покопаю. Так, ну что ж, наверное, мне уже надо делать склад, потому что у нас уже очень много ресурсов. Нужно еще досок сделать. Нужно еще добыть ресурсов. О, тут еще сундук, еще кости. Можно еще костную муку сделать. У нас нет никаких саженцев. У нас есть еще один саженец. Там будет склад. Ой, его можно здесь посадить. Тут. О, дерево выросло прям возле загона. Смотри, как дерево выросло. Держи сундук. Сундук? Так, ну что, и ну склад я построю в паузе. Так, ребят, у нас новое обновление. Держи сундук. Угу. О, у нас новое обновление. Океан. Океанский биом. Только почему-то... А почему там нету блока? Из-за чего весь песок попадал. Так, ладно. Я пока буду добывать. А песок нам очень пригодится, потому что из него можно делать стекло. Которая нам для дома очень пригодится. Значит, что я сейчас сделаю? Беру стекло и я его переплавляю. Так, ну что ж, теперь я буду строить склад. Ну, для меня это будет очень много минут, а для вас это будет одна секунда.
Итак, ребята, вот что мы сделали за все время моего отсутствия на видео. Вот тут Глеб сделал вот такой вот переход, построил второй этаж и еще собирается строить второй этаж склада. Значит, показываю, что у нас тут на складе. А на складе у нас тут всякие сундучки, в которых ничего не лежит. И скоро будет лежать. У нас еще черепаха. Вот этот мостик между домом и складом. А вот они, Ровер и Маркс. Я, кстати, Марксу поменял цвет ошейника, потому что заспавнились пруты, и из них выпал черный краситель. Итак, ребята, к нам на One Block Challenge зашел Данил Майнкрафт 34. Наверное, вы все его знаете. Ну так вот, сейчас я его добавлю в звонок, и мы будем с ним выживать. Итак, ребята, у нас новое обновление. И вот что мы построили. Это склад. Вот так вот он выглядит. И из дома на него идет второй этаж. Ой, что я сейчас сказал? Из второго этажа дома есть вот такой вот мостик, который ведет на второй этаж склада. Тут уже есть три сундука, и сейчас я буду ставить четвертый. Я сейчас вылечу. Хопа! Ждем 18, 17, 16, ждем 15 секунд, когда уже у нас начнется новое обновление. Интересно, какое же новое обновление будет? Джунгли биом! Новое обновление джунгли. У нас новое обновление джунгли биом. Ни одна палочка. Я на втором этаже поставлю сундук. Потому что у меня уже ничего не вмещается туда. Я вылетел. Олег, ты вылетел? Нет. Так, я на втором этаже поставлю сундук. У меня уже ничего не влазит. Я на втором этаже сундук поставил. Так, ребята, ну а сейчас я на складе буду отмечать сундуки, где что лежит. И потом я Глебасику дам задание по складу. Итак, ребята, что по складу? Я тут уже пометил сундуки, где что будет лежать. И еще на втором этаже три сундука есть. Сейчас я зайду на второй этаж. Ну и тут уже есть три сундука. И сейчас я иду к Глебасику, чтобы ему дать задание. Глеб! А? У меня к тебе задание. По складу. У нас пошел первый дождь. А вот, кстати, что мы сделали. Это смотровая вышка. И вон Глеб сделал еще одну. Ребят, вот что мы сделали с нашими смотровыми вышками. Сейчас я вам покажу, что с загона для животных. Вон, мы мою вышку начали застеклять. А вышка Глеба — это просто столб с этой платформой. Умер. Так, Глеб, у меня для тебя есть задание по складу. В общем, вот возьми все вот эти вот ресурсы. Из всех сундуков еще возьми ресурсы и разложи их по всем сундукам. А я там еще один сундук помечу. Как раз. Там один новый сундук, я его сейчас помечу. Я вышку.
что? Так, Глеб, ты понял? Нужно из всех сундуков взять ресурсы и разложить их по всем сундукам. А у нас, кстати, еще новый гость. Панда. Пандочка. Ну, а пока Глеб выполняет задание по складу, я покопаюсь. Итак, ребята, к сожалению, у Глеба проблемы с интернетом, и его не пускают на сервер. Пока что посмотрим, что он тут разложил. Почему-то он алмаз и яйцо черепахи положил в руду. И все. Остальные сундуки пустые. Ну что ж, ребята, наш One Block Challenge подошел к концу. Что мы сделали? Мы построили дом, склад, смотровые вышки. Еще у нас тут очень много мобов. Завели две собаки, Ровер и Мракс. Ну что ж, ребята, ну все, наш One Block Challenge подошел к концу. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать уведомления о выходе моих новых роликов. Это был самый длинный ролик на моем канале. С вами были Тимур Майнкрафт и Глебасик. Всем пока! Всем пока!